Медитация 245. Жажда. Желание может стать духовной жаждой, когда вы готовы ради него рискнуть всем. Духовная жажда выше самой жизни. Человек может за нее умереть. Желаний много. Духовная жажда может быть только одна, потому что она требует всей вашей энергии, без остатка. Она забирает вас целиком, со всем, что в вас есть. В жажде вы не можете сохранить часть себя в целости, не можете продвигаться осторожно, хитро, расчетливо. Возможен только безумный прыжок. Люди раздроблены. Одно желание ведет вас на север, другое – на юг. Все желания тянут в противоположные стороны и сводят вас с ума. Поэтому люди никогда ни к чему не приходят. Это невозможно. Потому что одна часть движется в одну сторону, другая часть движется в другую, диаметрально противоположную. Как вы можете к чему-то прийти? Чтобы к чему-то прийти, нужно вложить всего себя целиком, выложиться без остатка. Поэтому люди живут в полсилы, и у них в жизни нет страстности и энергии, нет даже такой возможности. Пытаясь течь во все стороны, они сочатся по капле. У них не может быть достаточной энергии. Но эта жажда должна быть очень блаженной. Человек не должен в стремлении к ней становиться серьезным, потому что как только вы становитесь серьезным, вы приходите в напряжение. Жажда должна быть интенсивной, но совершенно не напряженной. Она должна быть игривой, она должна быть полной смеха, танца и пения. Она не должна превращаться в долг. Вы не делаете одолжения ни Богу, ни кому бы то ни было. Просто живете так, как хотите жить. Поэтому вы блаженны. Таким образом, вы решили жить. Таким образом, вы захотели вспыхнуть пламенем. Но это пламя должно быть танцующим пламенем.